Сергей Барковский на сцене словно рыба в воде. С театральным понятием моноспектакль, когда на сцене работает не более 4 актеров, знаком не первый год. Говорит, быть единственным артистом от начала и до конца спектакля – дело далеко не из легких. Обычно внимание зрителя нужно удерживать больше часа. Это очень такой емкий формат, я не скажу жанр, потому что это неправильно, формат. И очень ответственный, очень трудный. Сделать спектакль, в общем, из ничего. Моноспектакль – это такая квинтэссенция, потому что партнер, у меня партнер – это вы, это зрители, вот. Я вот с партнером не общаюсь. На фестиваль «Театроник» Сергей Барковский приехал из России и хочет увидеть, как мыслят в формате моноспектакля и за пределами родины. Вот выходишь на сцену и делаешь театр, ты сам по себе должен быть театром. Вот это и интересно, такая проверка на состоятельность. Ну и, так сказать, на умение быть живым и что-то, значит, надо многое что иметь сказать зрителю. Потому что если ты ничего нового не говоришь, ты не интересен. Фестиваль «Театроник» уже третий год подряд собирает на харьковских подмостках гостей, ведущих актеров из разных стран мира. В этом году в программе спектакли родом из Украины, Грузии, Израиля, Болгарии, Германии, России, Молдовы. Мы традиционно открываем фестиваль спектаклем «Театра 19». Вот уже третий год мы дружим с этим замечательным коллективом. «Театр 19» открывает наш фестиваль своим спектаклем. Это как талисман. Мы считаем, что тогда фестиваль пройдет замечательно. Спектаклями малых форм артисты будут покорять харьковских зрителей на протяжении 5 дней. Заключительный показ театроника «Жестокие животные» можно будет увидеть в пятницу на сцене Дома актеров. Марина Ступак, Виталий Смачко, медиагруппа «Объектив».